Я недавно выкладывала видео про микрозелень. Вот итог. Такой китайский розовый редис. Это я уже половину съела. Такая она прикольная получается. Все прорастает. Сегодня сделаем салат. Я покажу, что у меня получилось. Вот это вот такие прикольные семечки получились. Такие вот. Фантастика. Еще чуть-чуть подрастут и можно, в принципе, кушать. Поэтому такой полный судочек. Вот это. Что-то из него крест-салат, что-то дайсон. Вот я их не различаю и не подписала. Потому что я не думала, что оно вырастет. Оно такой коверчик пушистый вырос. Ну пусть еще подрастает. А вот это горох. Чуть неправильно выращивала. Но он все-таки вырос. Попробуем. Вот такой нут получился. Хоть я его неправильно выращивала. Он чуть-чуть там плесенью пошел. Но зелень дал. Поэтому подождем. Пусть подрастет еще. И попробуем. Рыжий у меня тут тоже дегустатор. Вот такая чечевица зеленая. Тоже неправильно выращивала. Но сейчас я уже знаю как. Поэтому вот ее уже можно пробовать. Рыжий смотрит. Чечевицу просто выращивать. Вот такой, скорее, какой-то там редис. Но мы еще подрастим его. И, естественно, вот такие проростки в банке. Это маш. Вот он пророс, его можно кушать. Сейчас сделаем салат. И лен. Вот так хорошо тоже прорастает в банке. Тоже можно кушать. Это когда маленькие проростки в банках. Специальные крышки. Вот такой еще горох с чечевицей вместе в банке. Тоже на проростке вот такие проросточки. Который можно кушать. Вот такой салат. Вру. Это я купила в магазине. Естественно, вот волшебный ковер получился, который кушают котики. Он с котиками стоит. Нет, авокадо я не выращивала, я его купила. А вот маш так растет. Вот он уже третий день. Уже подымается. Такой весь зелененький. Скоро хорошо взойдет. Вот такой получается красивый салатик. Видите, маш, лен пророщенный, горох, чечевица. Там зелень порезанная на дне. Чуть-чуть добавила помидорчик и огурчика. Все прекрасно. Зимой витаминчики зашибенно пойдут.